بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي يقدم من يشاء بعدله ويؤخر من يشاء يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры. Как обычно, альхамдулиллах, по нашей традиции, сегодня четверг, понедельник-четверг, мы выходим на прямые эфиры по тафсиру. Сегодня у нас с вами 103-я сура Священного Корана, сура Аль-Аср. Субхану ва Та'аля сказал в этой суре, «Аузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи ррахману рахим». وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Всевышний Аллах говорит «Валь-Аср», клянется. «Аль-Аср» — это как век, и также говорят, как намаз «Аср», полуденная молитва «Аль-Аср». Поистине человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, делали благие дела, заповедовали друг друга истины и заповедовали друг друга терпением. Это маленькая сура, но ее значение очень глубокое и очень обширное и большое. Сейчас возьмем тафсир этой суры. И, во-первых, это сура Меккия, мекканская сура. Всевышний Аллах Субхана ва Та'аля начал в этой суре и сказал «Валь-Аср», клянется Аллах Субхана ва Та'аля «Валь-Аср». Говорится, когда Аль-Амр ибн Аас вафада иля Мусейлима ат-Каззаб, когда пришел к Мусейлима ат-Каззаб, к лже-пророку Мусейлима, и Мусейлима спросил его, Аль-Амр ибн Ааса, «Хал назаль аля сахибикум шей?» «Что-нибудь было неспослано вашему другу?» То есть Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, что-то неспослано из Корана. «Кала наам?» «Да, в эти дни ему было неспослано». «Унзилят алейхи суратун ваджизатун балига?» «К нему ему неспослал Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля суру великую». На что он спросил, «Уамахия, какая же это сура?» «Каль сурат аль-Аср факараха». Тогда Аль-Амр ибн Аас сказал сура аль-Аср и прочитал ее. «Караха алейхи». «Каль Мусейлима». В этот момент вот этот же пророк Мусейлима сказал, «Ва аля казалик унзиля алей». Он сказал, «Мне тоже было неспослано в эти дни». «Каль ава кана залик». Он на что спросил Аль-Амр ибн Аас, «Тебе неспослано что-то?» «Каля наам». Сказал, «Да». Тогда Аль-Амр ибн Аас спросил, «Каля мада унзиля алейк?» «Что тебе не спослал Всевышний, вот этому лже-пророку Мусейлиме. «Каль, унзиля алия, я вабар, иннама анта узнани ва садр». «Я вабар», как бы, о живое существо, поистине ты являешься два уха и грудь. То есть хотел придумать что-то подобное Корану. «Каль, ахакада», говорит, «так тебе не спослано?» «Каля наам», Мусейлиме говорит, «да». قال يا مسيلمة إنك لا تعلم إنك لكذاب ثم انصرف. О, Мусейлима, ты сам знаешь, что ты обманщик. И потом ушел. وذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم также صحابы رضوان الله عليهم, когда друг с другом встречались, читали друг другу эту суру Аль-Аср. И потом каждый уходил по своему пути. ونقل عن الشافعي رحمه الله также передается от имама الشافعي محمد ابن إدريس رحمه الله. لو تأمل الناس, посмотрите, как он четко сказал, لو تأمل الناس هذه السورة وعملوا بها لكفتهم. Если бы люди размышляли бы на этой суре, если бы люди размышляли над этой сурой и делали дела соответствующие этой суре, это было бы им достаточно. То есть, если бы помимо Корана ничего не было, только эта сура, и люди бы размышляли бы над ней и действовали, то бы это было бы им достаточно. لأن هذه سورة مقسمة إلى أربع مسائل. Почему? Потому что в этой суре упомянуты четыре вещи. Хоть она маленькая, но четыре основные вещи. Во-первых, Аллах начал в этой суре «Валь-Аср», поклялся. إن الإنسان لفي خسر. Поистине, человек в убытке. Это мукаддима, это как начало. Потом идет четыре основных вопроса. إلا الذين آمنوا, те, которые уверовали, وعملوا الصالحات, делали благие дела, وتواصوا بالحق, призывали друг друга к истине, وتواصوا بالصبر. Четвертое, призывали друг друга к терпению. Вот эти первые две «Аману амилу салихат» – это человека самого касается. Уверовали, делали благие дела. Вторые две вещи – «Тавасау биль хакку» и «Тавасау биль сабр» – призывали друг друга к истине и призывали друг друга к терпению. «Ляка ли гарик» – это для нас и для других. То есть мы других должны также призывать к этому.
Теперь, что такое само слово «аль-аср»? «Ихталаф аль-уляма». Ученые разногласят по поводу этого слова, что имеет значение «аль-аср» в данной суре. Одно из мнений, что это «салату аль-аср», это «намаз аср», то есть получается третья молитва, полуденная молитва «аль-аср». Другое мнение – это «асру аль-инсан мин хаятихи иля вафатих, аль-лави яхуссу». Это то время, которое дано человеку с его рождения до его смерти. То есть у каждого человека свой срок, имеется в виду это время. И третье мнение, на этом большинство мнений ученых, «аль-аср хуа дахру куллю». То есть это весь «аср» переводится как «век». Весь век. «Линнаси куллихим». Для всех людей. То есть не отдельный срок человека, это полностью Аллах клянется веком, целым веком. И Аллах, субхану ва та'аля, «аксама бихи». Аллах поклялся этим. «Валя юксиму Аллах илля би азими халки». Аллах клянется только великими своими созданиями, великими своими творениями. Дальше инна ли инсана ла фи хуср, поистине человек в убытке. Здесь джаваб аль-касм, ответ на клятву. То есть Аллах поклялся, валь аср, я клянусь веком, и после этого отвечает. То есть после клятвы ждет человек что-то. Аллах субхану ва та'аля, если чем-то великим поклялся, он должен что-то сказать, что хочет до нас донести Всевышний Аллах субхану ва та'аля после своей великой клятвы. قال العلماء اكد بثلاث مؤكدات. То есть, во-первых, здесь Аллах субхану ва та'аля поклялся, и ученые говорят, клятву он конкретизовал, подтвердил тремя клятвами. Первое, валь аср, то есть поклялся веком. Второе, би инна, частичка инна, поистине. И третье, би лям, буква лям, ля, ля фи. То есть три клятвы здесь, то есть подтверждение, конкретизация. То есть как бы Аллах субхану ва та'аля говорит, я клянусь веком, потом еще подтверждает, утверждает, конкретизует. То есть поистине человек в убытке больше никак. Обязательно будет в убытке. То есть три, здесь идет три подтверждения, клятва, потом инна, потом лям. Аль-инсан, поистине человек, здесь тоже ихталяф аль-уляма, есть разногласия среди ученых. Какой человек? Куллю инсан, каждый человек, ау арада инсан кафир, или неверующий человек. Чтобы понять этот вопрос, нужно вернуться к истисна, вот к этому исключению илля. Оно бывает аль-муттасил валь-мункатиа, слитное и разъединенное. Если сказать, что «фаман каля анна л-истисна аль-муттасиль», те ученые, которые говорят в данном случае «илля», вот это вот исключение, оно слитное, «максуд кулли инсан», значит, каждый человек в убытке. Как бы без разницы, верующий, неверующий, без разницы. Как бы Всевышний Субхану ва Та'аля вот так говорит, «инна л-инсана ла фи хуср», поистине человек в убытке, «айль инсан», то есть любой человек, каждый человек, верующий, неверующий, без разницы, потом «илля л-лин», кроме тех, «Аману амилу салихат, вот его особый хак, вот его особый сабр», которые уверовали, делали благие дела, наставляли друг друга к истине, наставляли, призывали друг друга к терпению. «Ваида кульна листисна аль мунфасин». А если взять мнение, то, что в данном случае вот эта клятва, она раздельная, то тогда будет бимааня, в данном случае «илля», кроме, будет по смысловой, то есть по его переводу, как «лякин», «однако». И как бы вот так вот. «Валь аср». «Инна л-инсана ла фи хуср», клянусь веком, поясни, человек в убытке, то есть неверующий человек. «Сумма джумлятин», тут точка, заканчивается предложение. Потом новое предложение, «лякин иллядин», однако те, которые уверовали, то есть не кафиры, а те, которые уверовали, делали благие дела и наставляли друг друга к истине, наставляли друг друга к терпению, вот они как бы, однако они вот именно будут в неубытке. Но большинство мнений ученых, что здесь «аль-истисна муттасиль», слитное. Вот это вот исключение, она слитным приходит, и значит, имеется в виду любой человек, без разницы, верующий, неверующий. То есть он в убытке, если, кроме как, идет вот остальные вот эти четыре категории. «Адатан ля-истисна якун ахль мин мустасна минха». То есть всегда обычно приходит то, что «ля-истисна», вот это исключение, они «акаль», их меньшество, чем то, от чего оно как бы отходит. То есть имеется в виду «аману амину салихат», «вот особый хак», «вот особый сабр», вот эти вот истисна, исключения, их меньше, чем тех, которые в убытке. То есть если посмотреть, кого больше на земле, верующих или неверующих? Неверующих. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля сказал в Коране «вама аксару ан-наси валяу хараста бимуминин». То есть большинство людей, даже если ты их очень бы хотел, но они неверующие. Также Субхану ва Та'аля сказал «ва ин тутыъ аксара мин фил ард». Если ты будешь подчиняться большинству тех, кто на земле, то они тебя собьют с прямого пути, то есть неверующие, с пути Аллаха. Также Аллах Субхану ва Та'аля сказал в Коране,
вахум мушрикун. И те, кто большинство из них верит в Аллаха, из них большинство мушрики, язычники. То есть они веруют и как бы совершают ширк. То есть неверующих больше, чем верующих. Поэтому в хадисе сказано: «Куллю альф ямуррун аля сират, янджу вахид, ва яхлик 999». Говорит, те, кто будут в судный день проходить по сирату, по мосту, тысячи людей, из них один будет спасаться, а 999 будут падать в огонь. Субханалла. Пускай Аллах нас сделает с вами из тех, кто легко пройдут сират, иншалла. Калил улама, ученые говорят, фифарк, есть разница между словом хасаран, убыточный, тогда если перевести, и фихкуср, это, и, или в убытке. Есть разница в арабском. Я сказал хасаран, убыточный, или фихкуср, в убытке. Хасран, понятно, это правильно, да, тот, кто в убытке, он убыточный, но однако ашадду та'сиран фи, то есть если добавить фи в убытке, то это больше имеется в он убытке. То есть потому что здесь фи варфия, поэтому мухитат он бихи хасаран и кулли ваджх ва фи кулли вакт. Именно Аллах Субхана сказал не убыточно, а в убытке, имеется в виду то, что убыток, его окружает со всех сторон, и каждое время он в убытке. لذلك قال صلى الله عليه وسلم بايت برك محمد صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Две милости, которые Аллах дал, и большинство людей не придают должного значения. Это свободное время и это асиха, здоровье и свободное время. Не следят за своим здоровьем, уничтожают сами и свободного времени относятся, так скажем, без трепета, то есть легко относятся. Не заполняют свободное время благими делами, благим чем-то. Просто пусто проходит. Илля аллазина аману ва амилу салиха. То есть Аллах Субхана Тааля сказал, то, что каждый человек, верующий, неверующий, без разницы, поклялся веком, сказал поистине, лям, то есть, что, да, то есть конкретизация, тут тройная конкретизация, поистине человек обязательно в убытке. Илля, но есть исключение, кроме аману ва амилу салиха, те, кто уверовали и делали благие дела. То есть, ай, хум ляйся фил хуср, то есть эти люди не в убытке. Кто уверовал и делал благие дела, они не в убытке. لا يكفي أن يؤمن الإنسان فقط حتى يتمه بالعمل الصالح. Также в этой из этих аятов мы понимаем то, что просто вера, иман, она недостаточна. Без благих дел вера, она не вера. لا يكفي, это недостаточно. لذلك قال أهل العلم, поэтому ученые говорят, الإيمان قول وعمل. То есть иман, что такое вера? Это не просто слова, это не просто убеждение, это слово и это действие, это дела. وما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقته الجوارح. То, что зашло в сердце, то, что говорит язык и подтверждает это все наши дела. Вот это есть и вера, и вот это есть иман. العمل من الإيمان. То есть дела это из имана. Наши намазы, наши посты, это все закят, это из имана, из веры. قال صلى الله عليه وسلم, пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал: الإيمان بضع وستون شعبة. Иман, вера, это более 60 подразделений. «Аляха ла иляха илляллах, ва аднаха иматату л-аза мин ат-тариқ, ва л-хаяу мин аль-иман». Он сказал, то, что самая высшая степень веры – это «ла иляха илляллах». Самая низшая – это что-то убирать с дороги, то, что мешает людям, и стеснение, стыдливость из веры, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И здесь, субханаллах, ученые говорят, «Закар ан-наби, саллаллаху алейхи вассалям, хуна, саляту умур». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе упомянул три вещи. Каулю лисан, сказать словом, то есть первое, ля иляха илляллах. Второе, фи'лю л-джаварих, делать дела своим телом, это что, иматату л-аза мин ат-тариқ, убрать что-то, то, что мешает людям с дороги, это делами мы делаем, рукой своей там убираем. И также, а'маль л-кулуб, то есть и'тикад л-кальб, подтвердить сердцем, уверовать сердцем, это что, хая, стыдливость, то есть человек, когда он становится стеснительным, когда у него приходит стыдливость, когда это проникнет ему в сердце. Тавасау бильхакка ва тавасау бильсабр. Призывали друг друга к истине, призывали друг друга к терпению. Эй, тавасау ба'духум ба'да. То есть имеется в виду друг друга призывали. То есть человек, уважаемые братья и сестры, иногда он нуждается, чтобы ему напомнили. Напомнил кто-то помимо него, не только сам себе. Его брат, близкие, родственники. Напомнили имам, да, напомнили. Потому что человек кад юхты. Иногда ошибается человек, иногда забывает, иногда что-то делает там неправильно, иногда грешит. Поэтому он нуждается, чтобы ему напоминали. И здесь именно из этой суры мы понимаем, что такое вот именно дружба, праведная дружба. Эти братья, друзья, те, которые напоминают друг друга вот, о истине, напоминают друг друга о терпении, вот это есть именно праведная дружба ради Аллаха, субхану ва тааля. Мы должны друг другу напоминать,
награда, какая нас ждет всех, иншаллах. Аль-Аджр, Аль-Джанна, Ан-Нар. То есть напоминать друг другу о рае, об аде. Это мы, верующие, должны между собой друг другу делать насиха, наставления, напоминания. И это есть Аль-Амру биль-Ма'руф ва-Нахи аль-Мункар. Призывать к благому и отзывать от плохого. Очень много ученых сказали то, что вот мы знаем 5 столпов ислама, и много из ученых сказали, что есть еще 6-й столб ислама, это что? Аль-Амр биль-Ма'руф ва-Нахи аль-Мункар. Призывать к благому и отзывать от плохого. От греховного, от того, что отдаляет от Всевышнего. Аллах субхана ва тааля в Коране сказал: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». Задумайтесь чуть-чуть и радуйтесь сейчас. Аллах, Создатель субхана ва тааля, сказал: «Вы самые лучшие из общин среди людей». То есть мы, мусульмане, мы самые лучшие из общин среди людей. Лучше нету. Почему? «Та'муруна биль-ма'руфи ва танхауна анил-мункар ва тумминуна биллах». Потому что вы призываете к благому, отзываете от плохого и веруете в Аллаха. Самый лучший из общин. Поэтому ар-русуль, посланники, Аллах послал их именно с этим, чтобы они призывали, чтобы они отзывали от плохого, призывали к благому, веровали в Аллаха, субханаху ва тааля. Для того, чтобы призывали друг друга к истине, и для того, чтобы призывали люди друг друга к терпению. Некоторые из ученых говорят, что «Ан Муътамид ибн Аббад». Муътамид ибн Аббад, он был хакимин мин хуккам аль-муслимин фи Шибиле. Он был один из правителей мусульман Шбили в Испании, в Индалусии. Кана маликан. Он был царем, правителем. То есть у него был счастливым. Все у него было. Богатый правитель в Индалусии, да, в Шбили. И видел, как свои его дочки, когда к нему пришли, дочери, они тогда сказали: «Папа, мы видим, как на улице, не во дворце, а на улице девочки играют глиной. Мы тоже хотим поиграть глиной». И тогда он принес им миск и кафур. И... то есть на тот момент миск, кафур были что-то дорогой вещью, на что он сказал: играйте с этим, играйте с этим. То есть не надо вам с глиной играть, вот с миском, они пускай играют, уличные дети играют с глиной, а вы миском, кафуром балуетесь, дорогой вещью. То есть насколько он был богат, но со временем, время все меняет, его посадили в тюрьму, и его дочери стали... хаяфат, то есть вышивать что-то и продавали это талибам, чтобы себе заработать копейку и на это жить со временем, да, то есть прошло время, богатство уходит. Потом в какой-то момент его дочери посетили своего отца Муътамида в тюрьме, и тогда он сказал, прочитал им стихи: «Ма мада кунту бил а'яди масруран, фасаака ииду фи агмари масуран». «Мамада кунту бил а'яди масруран, фасаака ииду агмата масуран. Тара банатика фил атмари джаиатан, ягзилна линнаси ма ямликна китмира, ятаъна фил тини вал акдаму хафиятан, кааннаха лам татаъ табляха мискан ва кафура. Кад кана дахрука ин таъмурухум мумтасилан, фаараддака дахру манхиян ва маъмура». То есть в этих стихах он что сказал вкратце? То есть я раньше был счастливым, а сейчас, говорит, я несчастный, сижу в тюрьме. Ахмат, это тюрьма, там, где он сидел, задержанный, в плену. Я вижу, как твои дочери, сам себе говорит, видишь, как твои дочери сейчас голодны и ходят среди людей, и у них нету даже пропитания, как китмира, то есть с пылинки даже нету пропитания. Они ходят своими стопами, голыми стопами по глине. А раньше их стопы ходили по миску и кафуру. Раньше ты, говорит, мог каждому им приказать, и они выполняли твой приказ. Но тебя этот век вернул, то, что ты приказать не можешь, и тебе приказывают сейчас. То есть в этом как бы смысл такой, то, что если у человека даже что-то есть, много чего-то, да, уважаемые братья и сестры, то есть если он не следит за собой и так далее, он все равно он может попасть в убыток. То есть сколько, например, там миллиардеров, миллионеров были, да, там раньше, у них все было, были кто-то там деньгами раскидывает, думаешь, вот это счастье там, и Аллах, субхана ва тааля, забирает, меняется время, меняется люди, меняется положение людей. Также Абдурахман Наср, кана казалик мин мулюки Индалус. То есть один Абдурахман Наср, он был правителем Индалусии, то есть Испании, и 50 лет он правил.
И мамлека канат аъзам мин мамлекат аль-муътамид. У него вот это правление было более великое, чем у Муътамида. Однако и он Муътамид после него пришел, после Абдурахмана Наср. И очень был мунаиман, очень-очень богатым был он. И один раз он сказал, джалеса маанафси, то есть сам с собой посидел наедине. И для чего он говорит, я сел сам себя спросить наедине, в тишине, ан анзур иля айяма саадати. То есть 50 лет он был правителем, богатый правитель Индалуси. Говорит, я посидел, задумался, вспомнить, какие же у меня были счастливые дни в жизни. И насчитал их было, то есть в этот день так-так-так, я был счастлив, в этот день так-так-так. И насчитал всего лишь 14 дней, когда он был счастливым, из 50 лет правления. 14 дней, 2 недели. Для чего это? То есть пускай никто не думает из нас, то, что там такой-то там богатый миллиардер, он счастливый. Нет. Искреннее счастье, уважаемые братья и сестры, это в этих четырех вещах, которые мы сейчас сказали, которые нам сказал Субхана ва Тааля, в вере, в имане, те, кто уверовали, делали благие дела, наставляли друг друга к истине и наставляли, призывали друг друга к терпению. Потому что куллю шайн сайзуль, все закончится. Все закончится. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране, куллю ман алейха фан, ва йабка ваджху раббика зуль джалали валь икрам. Все уничтожится, останется только одно лико Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть нету никакого там ни'ма, нету ничего такого-то богатства, чтобы был тут вечно. Все останется, машины, квартиры, самолеты, там, доллары, евро, все это останется. А искреннее счастье, уважаемые братья и сестры, это в ахирате для верующих, вечности, иншаллах. Вечности в раю, в джаннате, где будет всегда все, это вечно. Поэтому как красиво, очень красивые слова были написаны на Касар Сейф, на дворце Сейфа. Очень красивые, чтобы мы там задумались с вами. Лёу, то есть на дворце написан такой великий здоровый дворец, который он для себя построил. Как на сегодняшний день, например, люди покупают там дорогие-дорогие дома, коттеджи, виллы, поместья. И у него было написано на дворце. Лёу дамет ли гайрика, матта салят илейк. Лёу дамет ли гайрика, матта салят илейк. То есть перевод этого, что на дворце? То есть если это останется кому-то после тебя, то к тебе это уже не вернется. То есть да, ты построил дворец, ты умрешь, уйдешь, потом, может быть, его захватят, заберут, или перейдет твоим детям, внукам, но к тебе это уже не вернется. То есть останется в дуне. Поэтому с нами что пойдет? Нет и в этой дуне ничего вечного. С нами пойдут благие дела. Благие дела и плохие дела. И Аллах Субхану Тааля будет судить. Поэтому мы должны больше накапливать благих дел на ахират, на вечность, иншаллах. Поэтому счастье в чем? То, кто намаз читает, то, кто постится, то, кто благие дела делает, то, кто с уважением именно относится, так как Аллах Субхану Тааля приказал к своим родителям, то, кто халяльную пищу ест, то, кто халяльный заработок делает. То есть именно счастье вот в этих четырех вещах, в этой суре. Аллах Субхану Тааля сказал, «Валь аср, клянусь веком, инна ли инсана ля фи хуср». Поистине, человек, любой человек в убытке, но есть исключение. То есть убытки, хасара, несчастья, несгоды, тревога в душе, проблемы. Кроме кого? Илля ли амену, кто уверовал. Ва амилу салиха, делали благие дела. Ва тава сау биль хак, друг друга призывали к истине. Ва тава сау бис сабр. И друг друга призывали к терпению. Это то, о чем мы хотели сегодня с вами поговорить. Да, Аллах Субхану ва Тааля, увидимся с вами, инша Аллах, в понедельник, иншаллах, также 8 часов по московскому времени. Может быть, чуть раньше, Аллаху Али, посмотрим. Просто 8 часов, почему? Альхамдулиллах, мы тут читаем Айша намаз в мечети, уже потом остаюсь я. Сейчас уже попозже становится Айша. Если что, мы время поменяем, мы напишем. Следите в сторис, иншаллах. Берегите себя и близких. Баракаллаху фикум джамиа. Хафизукум Аллаху ва раакум. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته